Нил Билгоу присоединился к всероссийской акции «100 баллов для победы». В зале ученого совета прошел форум, в котором участвовали лучшие школьники Белгорода и выпускники прошлых лет, успешно сдавшие ЕГЭ. Ректор Нил Билгоу поздравил ребят и рассказал будущим абитуриентам об университете. Те, кто приходит к нам и имеет 240 баллов и выше, в случае необходимости мы им предоставляем гарантированно лучшее общежитие, которыми располагаем, и дополнительно, независимо от формы обучения, будете вы обучаться на бюджетной форме обучения или на платной форме обучения, мы выплачиваем дополнительно ректорскую стипендию. С поздравлениями выступил заместитель губернатора области Станислав Олейник. Вы действительно большие молодцы. Вы ставите перед собой амбициозные цели. Стремитесь приложить все силы, чтобы получить максимальное количество баллов на экзамене. Очень важно иметь такое стремление. Заместитель губернатора, начальник департамента образования Наталья Полуянова предложила создать клуб высокобальников, который будет готовить выпускников к успешной сдаче экзаменов. Студенты ответили на вопросы школьников о ЕГЭ. В целом, я считаю, что каждому по силам справиться с экзаменом успешно. Я желаю всем присутствующим школьникам успехов. Это серьезный этап в вашей жизни, но вы с ним обязательно справитесь. Форум завершился флешмобом в рамках акции «100 баллов для победы». В этом году акция была посвящена Году экологии в России. Школьники и студенты отправились в ботанический сад НИУ БелГУ и высадили аллею деревьев. Это очень здорово, и, знаете, такое ощущение, как будто я оставила здесь частичку просто себя в ботаническом саду НИУ БелГУ, в моем любимом университете. Вот, как бы, все очень здорово, классно, это память и огромные эмоции.